Устьянская Малиновка вновь принимает именитых гостей. Там проходят всероссийские соревнования по лыжероллерам. Более 90 спортсменов из 25 регионов страны на протяжении 3 дней состязаются в разных стилях. Анна Рязанова продолжит тему. Внимание! Итак, дорогие друзья, дан старт у нас. Женская грация, спортивный дух и воля к победе. В Устьянской Малиновке на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам 90 участников. И почти половина из них – девушки. Мастер спорта из Тюмени Татьяна Алешина на этой трассе впервые. И сразу победа. Первое место в индивидуальном спринте классическим стилем. Победа у меня впервые. Было нелегко, но все получилось, как задумали. В мужской гонке победа за Алексеем Виценко. Для спортсмена из республики Коми эти соревнования – лишь разминка и тренировка перед предстоящим чемпионатом мира. Рабочая трасса. Тут прокладывать силу нужно очень грамотно. Если задашь себе слишком высокую планку темпа, то можно просто не дойти, ну как бы дойти, но с плохим результатом. Всероссийские соревнования по лыжероллерам в Архангельской области проходят впервые, а до этого проводились в Тюмени. В этом году в Устьянской Малиновке спортсмены из 25 регионов страны. Самые многочисленные команды из Москвы, Татарстана и Архангельска. Большинство спортсменов Поморья готовились к состязаниям самостоятельно. Последний выезд у нас был в Казахстан, это у Николаева, Шемякина и Заборской, и тренером ездил Сидоров. Вот, а остальные готовились здесь. Сегодня второй день состязаний. У спортсменов индивидуальная гонка свободным стилем. Завтра кроссовые забеги по системе «Персьют». Сколько участники соревнований проиграют на лыжероллерах, так они и будут стартовать. Кто с лучшим временем по сумме двух дней, тот будет стартовать первый. Итоги всероссийских соревнований подведут 13 сентября. Анна Рязанова, Ольга Бобина, «Регион-29».